И всем привет, вы на канале Вкусная Еда. Это я, Матвей, камера держит мой друг. Привет. Сейчас, сегодня мы будем готовить, ну не готовить, как сказать. А чипсы на костре. Ну что, да. Яблоковые чипсы на костре. Нет, просто яблоковые чипсы, потому что тогда в первой серии мы делали просто нарезанные яблоки вот так вот. А тут мы их еще зажарили, и получится чипсы. Вот настоящие. Да. Ну, ты тебе не советую жрать. Нам надо их побольше сделать. Сечем их все. Вот этот нож очень острый, поэтому он хорошо режет. Так. Значит, смотрите, эти яблоки мы... Хоп. Хоп. На шампуре потом поджарим. Я просто чуть-чуть попробую, все. Значит, вот эти яблоки пока складываю сюда. Сейчас мы будем, скоро мы их будем жарить, сейчас я только дорежу все яблоки. И, кстати, вы напишите в комментарии, нравится ли вам наш канал. Да, обязательно напишите, просто же мы трудимся для вас, дорогие каналозрители. Нравится ли вам канал? Ага. Не жри яблоки. Они нам нужны будут. Значит, вот тут мы вырезаем семена. Там не семена. Ну, семена, какая-то палка попала туда. Я не знаю, как она там оказалась. Ладно, значит, вырезаем. Обжираченные чипсы будем делать мы. Тоже выкидываем. И готовим. Да я уже... Мой. Чуть посиганул с ножом, ну ладно. Еще вот так сиганем. Так. Обстругиваем. Сюда кладем все. Значит, сейчас я вот дорезаю вот это чипсина, это я жру. Дальше дорезает мой друг Егор. Чипсы не жрать. Хоть говори что-нибудь. Сейчас мы наряжаем, как нормальные взрослые люди. Да, огромным ножом человеческим. Пока Егор порежет, я вам покажу мой велосипед, мой мопед, кстати, про который мы еще не сняли. И не будем снимать. Вот это мой мопед. Скорее всего, про него я завтра могу один снять, либо же не сниму вообще. Это мой скоростник, я сейчас сниму видео, как я на нем катаюсь. Ну, не сниму, в этом видео это будет. А Егор к тому времени как раз сюда режет. Вот, значит, я еду на скоростнике. Моя панель. Тут я как-нибудь развернусь. Так вот. Въезжаю в калитку. Он Егор дорезает. Так. Ты полотенце-то не дырявь, то тут на столе одежь. И что его разрезал? Жрёшь. Не жри. А то оно надо зажарить это все на шампуре. Жрём опять. Всё. Ты дорезал. Сейчас я говорю, держи камеру, я сейчас буду на шампур нанизывать это все. Подождите.
Заливаем воду. Нет, нет, не надо. Надо налить воды. Держи камеру, снимай меня и ничего не нажимай, а то сейчас опять видео оборвется. Не оборвется. Значит, сейчас я нанизываю на шампуру. И тут все. А я пока расскажу про наше блюдо, пока он там все делает. Это блюдо на самом деле необычное. Яблоки мы будем готовить на костре. Если вы хотите, можете повторить. Но это лучше делать со взрослыми. А у нас...